наша команда «Лебединка». Детский смех, улыбки взрослых, ну и, конечно, командный дух. Всероссийский фестиваль для дошкольников «Умка-2021» проводится впервые. Для малышей такой формат соревнований стал настоящим праздником команды, силы духа, настойчивости и спорта. Приседания. Давайте. Делаем. Так. Еще. Делаем. Оставим. Еще. На одной ноге прыгаем. На одной ноге прыгаем. А еще? Спортсмены точно победите, да? А ножницы еще умеют. Делать ножницы. Да. Ножницы. Все, мы готовы к соревнованиям? Да! Конечно! 11 команд детских садов города соревновались между собой. Здесь только те, кто пришли за победой и хорошим настроением. Чтобы соревноваться и получить дипломы, грамоты. Ничего себе, прям такие намерения, да? А победит-то кто? Кто победит? Думаем мы. Малышей во время соревнований поддерживали родители, воспитатели и наставники. Каждый здесь чувствовал себя как дома. Я вам желаю каждой команде победы, показать самые лучшие свои способности, и пусть победит сильнейший. А тот, кто не победит, не расстраивайтесь. Вы и так уже победители, потому что попали в этот замечательный зал игровых видов спорта. Сюда попадают только самые настоящие спортсмены. Помимо соревнований между детскими садами, в программе фестиваля также была родительская эстафета. Семья Карачевых решила поддержать своего сына и принять в ней участие. Ребенок чувствует хорошо, он у нас спортивный, он занимается хоккеем. Он рад принять участие в соревнованиях. Они все такие веселые, бодрые, на эмоциях. Да, мы рады. Это первый раз такой проводится такой спортивный фестиваль «Умка», где принимают именно дошкольники свое участие. Да. И мы рады в нем поучаствовать. Да, тоже. И спасибо организаторам. Все очень круто. Медведь белый очень понравился. Да, у нас ребенок его всего истыкал пальцами и не отходил. Мария Ежова работает инструктором по физической культуре в детском саду «Буратино» уже 14 лет. Она приняла непосредственное участие в организации большого детского фестиваля. Замечательный праздник. Мои эмоции и все остальное у меня на лице. Дети очень довольны, дети счастливы, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись при подготовке, потому что обычно у нас в спортивных мероприятиях для дошкольников только эстафеты спортивные, и мы готовимся только к ним. А здесь несколько спортивных конкурсных мероприятий, не только спортивных, еще интеллектуальный конкурс. И главное, дети довольны, счастливы. Для них это очень шикарный праздник, они все счастливы, и мы вместе с ними. Победу в фестивале одержала команда 24-го детского сада «Росинка». Второе место у команды детского сада «Солнышко». Третьими стали дети из «Ромашки». Они получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. И абсолютно всем детям вручили подарки от неравнодушных людей города, которые поддерживают детский спорт. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».